Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем вязать узоры с накидом, и сегодня я покажу, как вяжется вот такая вязка, которая называется соты. Она довольно-таки плотная. С одной стороны она выглядит вот так, и с другой вот так. Она подходит для вязания свитеров, полуверов. И для того, чтобы связать такой рисунок, такой узор, нам необходимо набрать количество петель кратное 2 плюс 2 кромочных. Итак, после того, как вы набрали петли, я набрала 22 петли, одну спицу вытаскиваем и приступаем к вязанию. Первый ряд, 1 кромочная снимается, 2 лицевых и 1 накид. И так до конца ряда. 2 лицевых и 1 накид. Просто накидываем на правую спицу. И продолжаем вязать до конца ряда. 2 лицевых, 1 накид. 2 лицевых, накид. 2 лицевых, накид. Вяжем до конца ряда. Две лицевых, один накид. Две лицевых, в конце делаем накид и последнюю петлю провязываем изнаночной. Поворачиваем свое вязание. Так, второй ряд. Кромочную петлю снимаем. Накид. И следующую петлю провязываем вместе лицевой петлей. То есть у нас выходит, что две петли мы провязываем вместе. Провязываем лицевой. Дальше. Одну. Делаем накид и петлю снимаем, не провязывая. Опять предыдущий накид с петлей мы провязываем лицевой вместе, делаем накид и следующую петлю снимаем, не провязывая. И так далее. 2 петли вместе лицевой, накид, снимаем петлю, не провязывая. 2 петли вместе, накид и снимаем, не провязывая. И так до конца ряда. 2 вместе, накид и снимаем, не провязывая. Повторяем до конца ряда. Накид и петлю с предыдущего ряда провязываем вместе лицевой, делаем накид и следующую петлю снимаем, не провязывая. Опять 2 вместе лицевой, накид и петлю не провязанную снимаем. Последняя изнаночная петля. Так, третий ряд. Кромочную снимаем. Так, 1 лицевая. Дальше накид снимаем, не провязывая. Правой спицей снимаем его, не провязывая. Дальше вяжем по 2 лицевых. 1, 2. Опять снимаем накид, не провязывая. Опять 2 лицевых. Накид снимаем, не провязывая. И так до конца ряда. 2 лицевых. Накид снимается. 2 лицевых. Снимаем, не провязывая.
Повторяем до конца ряда. Две лицевых, одна, вторая. Накид снимаем, не провязывая. Две лицевых, накид снимаем, не провязывая. И в конце ряда у нас одна лицевая. В начале и в конце ряда одна лицевая, а во всем ряду идет по две лицевых провязывая. И последняя изнаночная петля. Так, следующий, четвертый ряд. Кромочную снимаем. Одну петлю снимаем с накидом. То есть делаем накид и петлю снимаем, не провязывая. Дальше вяжем 2 петли вместе. То есть это у нас предыдущий, с предыдущего ряда накид и лицевая. Их провязываем 2 вместе. Опять делаем накид и снимаем петлю, не провязывая. И дальше 2 вместе. И так до конца ряда. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Следующие 2 вместе. Накид, петлю не провязывая, и 2 вместе за переднюю стенку. Накид, петлю не провязывая, и 2 вместе. И так до конца ряда. Накид, петлю снимаем, не провязывая, и 2 петли вместе за переднюю стенку. Накид, снимаем, 2 вместе. И опять накид, снимаем, и последние 2 петли вместе, и изнаночная, самая последняя. Так, мы провязали четвертый ряд и вяжем пятый ряд. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 2 лицевых. 2 лицевых. И накид снимаем, не провязывая. И опять 2 лицевых. И накид снимаем, не провязывая. И так до конца ряда. 2 лицевые и накид снимаем, не провязывая. Вяжем до конца ряда. Две лицевых. Накид снимаем, не провязывая. И так далее. 2 лицевых. Накид снимаем. И последняя у нас изнаночная петля. И начинаем повторять со второго ряда. Второй ряд у нас кромочную снимаем. Дальше накид и следующую петлю провязываем вместе. Вот они. Накид и следующая петля. Их провязываем вместе лицевой. Дальше делаем накид и петлю снимаем. И опять 2 вместе лицевой, накид. И петлю снимаем, не провязывая. И так далее. 2 вместе лицевой, накид. И снимаем, не провязывая.
вяжем до конца ряда. Две вместе лицевой, накид и петлю не провязывая. И опять две вместе лицевой, накид и снимаем петлю не провязывая. И последняя изнаночная петля. И повторяем дальше. У нас получается вот такой рисунок, который называется соты. Если вам понравился урок, не забывайте делиться в соцсетях, обязательно подписывайтесь на канал и до встречи в следующем уроке. Пока!